Друзья, всем привет! С вами канал Китай Факт. И сегодня у нас очередная распаковка лазерного уровня из Китая. На этот раз это компактная модель Fireco F212R. Давайте вскроем, посмотрим. Вот пришла в такой упаковке. Пришла очень быстро, как всегда, от Fireco приходит в течение 10 дней. Отлично упакован. Вот в такой коробочке. Коробка нигде не помялась. Абсолютно новая, чистая. Вот в такой сумочке. Сделано очень качественно, все ровно. Сумочка плотная, крепится на ремень. И вот что у нас пришло. Значит, сам уровень. Крепление в виде прищепки. Наверное, уже многим знакомое. Ну, в принципе, и все. Вот такой уровень в виде куба. Конкуренты на российском рынке, аналоги, это Adacube 3D. Простой Adacube 3D стоит в районе 5000. Такой комплектации, эта комплектация Home Edition будет у Adacube, она стоит уже 5490. Данный же уровень стоит 4 с небольшим тысячи рублей. Ссылку на проверенного продавца, как всегда, оставлю под видео. Да, есть еще один идентичный аналог. Это тоже новинка RGK ML21 на российском рынке. Она стоит 3800, стоит чуть подешевле, но в комплекте идет просто прибор и батарейки, все. Здесь же в комплектации идет крепление в виде прищепки, очень удобное, с наклонным шарниром, и очень удобная сумочка. Качество сборки у Fireco, как всегда, идеальное. Тумблер включения-выключения прибора, кнопка переключения плоскостей. Прибор стоит вертикаль, горизонталь и дополнительную вертикаль, то есть лазерный крест и дополнительная вертикаль. Резьба, как всегда, выполнена из металла для крепления на штатив 1,4 дюйма, что немаловажно, а не из пластика. Батарейный отсек. Также качественно сделаны 3 батарейки. Маленькие мизинчиковые батарейки. Очень классное крепление в виде прищепки. Закрепить можно на любой поверхности до 4 см. То есть ножки стола, стула, дверцы, различные ручки. В общем, насколько хватит фантазии на самом деле. Здесь специально сделаны резиновые накладки, чтобы не портить поверхность. Потому что крепление достаточно мощное. Также шарнирное основание. Ставите прибор и уже наклоняете как вам угодно. Да, кстати, у этой модели предусмотрен режим работы с заблокированным компенсатором. Что, допустим, нету у конкурента Adacube 3D. Это очень удобно на самом деле. Друзья, вот для примера закрепил нивелир на стояке. То есть крепление держит очень сильно. Все, и можете свободно устанавливать под любым углом. Очень удобное, классное крепление. Снимаете, и все, никаких следов не остается на трубе. Так, ну давайте посмотрим, как он светит. Вот компенсатор сейчас заблокирован. Нажимаем просто кнопку, и он включается в режиме заблокированного компенсатора. Но линии, тем не менее, будут мигать с дискретностью где-то в 5 секунд. Ну, в принципе, это не критично, не мешает работе. Разблокируем компенсатор, и прибор устанавливается в рабочее положение где-то в районе 3 секунд максимум. То есть после включения, либо толчка, устанавливается очень быстро. Да, если будет превышен наклон, то лазерные линии будут мигать. Первое нажатие, значит, включает крест. Второе нажатие отключает крест и включает одну вертикаль. Третье нажатие включает все вместе. И крест, и дополнительную вертикаль. Благодаря такой компактной конструкции излучатели располагаются очень близко к полу, и, соответственно, линии начинаются практически от корпуса прибора. В принципе, это очень удобно при кладке плитки и прочих напольных покрытий. Так, друзья, ну давайте сравним его линии на 5 метрах и 12 метрах. Сравнивать будем с уже известным нам геофенолом, это нивелир германской марки. И посмотрим, какая будет толщина луча у Fireco на 5 и 12 метрах. Вот наши два прибора. Давайте посмотрим толщину линии на 5 метрах. Так, друзья, на расстоянии 5 метров видно, что Fireco поярче светит, чем геофенол. И линия у обоих очень тонкая, меньше 2 мм. То есть отличный результат. Давайте посмотрим, как будет на 12 метрах. На 12 метрах такая же картина. Fireco намного ярче, чем геофенол. Но по толщине такие же линии. То есть буквально 3-4 мм. Предлагаю сразу же проверить его на точность. Проверим быстренько. Так, давайте горизонт проверим по точке, прогоним хвосты. То есть сразу будет понятно, если плоскость куда-то завалена, вверх, вниз, справа, лево, то в точке хвосты лежать точно не будут. А вертикаль проверим быстренько с уже проверенным геофенолом сравним. Проверять будем на 5 метрах. Отмечаем точку по центру. И поворачиваем сначала в одну сторону вертикаль на 2,5 метра, потом в другую. И смотрим хвосты. Они должны лежать также в точке. Один хвост смотрим. Вот он лежит у нас в точке. И давайте посмотрим второй хвост. И второй хвост у нас чуть сместился вниз, где-то на миллиметр. Но на 5 метрах это более чем допустимо. Так, друзья, по горизонту прибор довольно-таки точный. Давайте теперь проверим вертикали при помощи геофенола. Так, вот у нас первая вертикаль. Она идет абсолютно параллельно вертикали геофенола. И давайте посмотрим вторую вертикаль. И вторая вертикаль идентична первой. Она абсолютно также параллельна вертикали геофенола.
В общем, друзья, очередной качественный прибор от компании Fireco. То есть, кому требуется небольшой, маленький, компактный нивелир с двумя вертикалями и, кстати, отличным креплением на самом деле в комплекте, то смело заказывайте. Уверен, вам обязательно он понравится. Друзья, на этом все. Всем спасибо. Подписывайтесь на канал. Не забываем нажимать на звоночек, чтобы оповещение об новых видео было. Всем добра. Пока-пока.